time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Всем привет, мои дорогие, с вами Таурус, с вами Алексей Смирнов с джетпаком. Да. Всем привет. У тебя же нет джетпака, по сути-то. Это кажется так. Да? Ну, есть или нет? Не знаю, сейчас посмотрим. Нет, только одни ботинки, вот больше ничего. Вот у тебя неудобный худ, видишь. Так, мы находимся сейчас в секретном уровне, который Алексей открыл, но я еще не успел посмотреть его эпизод. Вернее, не было у меня такой возможности. Эпизод никто еще не успел посмотреть, кроме самого Алексея. Мне тоже интересно, как он туда попал, но всему свое время. Может, вы даже уже это и увидели, скорее всего. Так, ну а мы тем временем... Ой, у меня патронов нет. О, пистолет. Отлично, у меня есть патроны. Вот что 48, не 50, а именно 48. Ну, 4 обоймы по 12 патронов. Угу. Итак, поехали. Это в дубе, кстати, там просто не было обоим. Там 50 патронов этих выстрелов так же было, как и это вообще. Знаешь, у меня иногда смотришь вперед, такое ощущение, что это ты уплываешь на этом клочке платформы, а не токсины вперед. Короче, блин, оптический обман. Ну да. Снова эти гадкие моменты. Наверное, я пойду вот сюда, здесь как-то безопасней. А ты? А у меня ботинки, я могу попрыгать. Ух ты, там бонусы какие-то. Да. О, ну, джетпак. Джетпак таки есть. Хочу сказать, что, в общем-то, секретные уровни будут чем-то вот отличаться вот так вот от основных. Или просто как дополнительный уровень кто-то... Просто как дополнительный уровень. Это здорово. Ой, блин, нафига я взял, ну ладно. А ботинки что делают-то? Ботинки, они защищают от токсичных отходов, наподобие антирадиационного костюма в Думе. А! А это кто наподобие? Крикуны, кстати, да, вот у меня на записях они очень громко кричат. Крикливые заразы. Ну и между прочим, мы не да, кстати, орут капец как. Не смогли мы показать одну такую пасхалочку в прошлый раз. Вот только недавно вспомнили об этом. Ну, Алексей, вроде в заставке, да, к своему. Какой серии будет у тебя? Ну, это уже они ее увидят, эту пасхалочку. Это к серии 1.3. Ну, 1.4, да. То есть 1.4. Вот. Это то есть третья серия. Да, ну это было жестко, очень обидно такое было бы не показать, поэтому... Все клёши! Ой. Так, смотри, я как-то аккуратно стал... Угу, понятно, снова защитные экраны. Ну то я про то. Так, пушки. Это... Нет, тут нет защитного экрана, я хочу куда-нибудь... Подожди, как ты туда попал вообще? Ты как туда попал? По лестнице, по винтовой этой дорожке, точнее, это не лестница, это дорожка. Лестница. А, вот она, точно-точно. Да. Таким голосом. Так, тебе надо найти секрет. Ой, не секрет, но это. Да, вот. Ага, в правильном опять же. Воу! Галлюциногенный дюк. А что у него там внизу такое-то? Ты не видел? Вот внизу посмотри. А, это типа огонь какой-то, что ли? Вот я тоже не пойму, что. Жарит пукан, короче. А если это... Жарит дзюку промежности, что ли? Ну да. Если... Что-то ребят вызвал. Если... Это секрет как-то... Нет, это не секрет. Просто ты вроде говорил, нет, как это будто... Я тоже подумал сначала, что это секрет. Но это оказался не секрет. Это просто мы сейчас, по идее, должны были деактивировать одно из нескольких силовых полей. Ну не забывай, что я ключ взял. Ключ взял? Угу. Синенький. Так, мы отсюда пришли. Как-то так. Я особо разницы не вижу, честно тебе скажу. Хм. Может, еще что-то надо сделать? А ну, где синяя дверь, может быть? А может, на начале где-то, не? Ну, сбегай, сейчас, подожди. Мне что-то кажется, что все-таки... Нет, ее тут... Нет, по идее, или я отключил еще сейчас опять. Ну-ка, посмотри, силовое поле 1 там помечено было этот. Я его сейчас должен был отключить. Да сейчас, я ж убежал уже. А, все, ну да, правильно, вот оно. Где ты его отключил? А, вижу. Значит, ты его отключил, а я его опять включил, поэтому мы и не разобрались. Возможно. Так, ну что, сюда идем? Да. Изначально мне всегда казалось, что всегда вроде себя считал каким-то ретро-геймером, который переиграл много игр, да вообще игроманом таким себе. Но
многие классические игрушки, оказывается, даже не знаю. И если поначалу меня это расстраивало, то сейчас я рад. Я рад тому, что осталось еще так много неизведанных классных абсолютно игрушек. Ух ты, разбился. В которые еще предстоит поиграть. Это ведь круто. Да, ну что-то всяких этих. Кстати, ящеры, я так понял, ты называл штурмовиков. Ну вот эти вот, самые первые враги. Это разве ящеры? Ну, не знаю, просто у меня же аналогия с Time to Kill, единственная игра, в которую я играл. Поэтому... По-моему, ящеры, он очень сильно похож на ящера, это, кстати, эти, штурмовики. А только кто... не штурмовики Империи там из Star Wars, а из других там. Они еще будут? Будут, они будут только во втором эпизоде. Ну, может быть. Ну, ящерицы были сильнее свинокопов, это точно. Ух ты, я чемоданчик нашел. Портабл. Ух ты, это что? Белый чемоданчик. О, слышь, я синий ключ, короче, куда-то. Упади. А, вот. Ты дверь. Ой, я ракету запускаю. Обалдеть. Слушай, ну реально каждый уровень тематический. То это подводная лодка, то еще что-то. Охренеть. Ну не было такого в Думе. Все-таки это хорошо, что мы играем по нарастающей, да? То есть начиная с более примитивной игры и к более поздней. И успевать. Просто смотри, я сейчас прохожу для себя Far Cry 3. Если бы я его записывал, мне просто неинтересно было бы, наверное, в старые игры играть. Потому что, ну, обожрался бы таких вот новинок, что ли. Так, что, патроны закончились? Ну, я не знаю, я, в принципе, еще Far Cry даже за второй еще не заседал. Я даже еще в Crysis не играл. Да, Crysis так, тоже такая вещь. А может, и дойдем когда-то, прикинь. Хотя там, как там говорят, Crysis там как принцип... прямая линия. Тебя ведут от точки А до точки Б. Это заставка. По точке Б до точки С заставка. Ну, вероятно. То есть изначально меня расстроило похожее в Far Cry 3. То есть там ты выходишь с дороги, например, да, с зоны, в которой нужно выполнить миссию, и тебе пишут: вернитесь, или миссия будет провалена. А, и отчет идет. Да. Тебе надо, знаешь, посмотреть... Да-да-да, про Doom. Современный. Ты видел, да? Да, видел. Doom, я просто видел, ты лайкнул его недавно. Так. Там вот та же хрень, да. Так, что мы делаем? Слушай, мы реально участвуем просто в запуске американской ракеты. Шаттл. Всем участвуем в запуске. Я вот что думаю, или на меня... Там ключ, кстати, в ракете должен быть. Я залез в ракету! Ёпарасоте! И здесь девушки, которые их собирались перевозить, судя по всему. Ну да. Я вернулся. А ты где? А я возле ракеты дежурю. Как-то не знаю, то ли на меня так благотворно повлиял отпуск вот Дюка. А, все? Я думал, что мы сейчас взлетать будем. Не. Ну ладно, возвращаюсь. Вот, то ли еще что, но сейчас как-то так уверенно получается проходить уровни. Так, секунду. Пам. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Нет, пожалуйста, нет. Борг, ты мой. Тихо. Я уверен, что это ты что-то сделал. Да, я кнопку нажал. Я думал, нажал ты ее или нет. Я просто на самый верх этой ракеты поднялся, ты понимаешь? И опустился. С той же прытью. Так, ну просто у меня столько предметов, столько оружия. И если бы я сейчас умер, то... Ой, напомни, как инвентарь переключать, я забыл. Квадратные скобки. Да. Так, я, наверное, выпью аптечку, потому что... Все. И теперь... ну, пусть на джетпаке стою. Ой, я разве взял галлюциногенного... Ну, этого, двойника? По-моему, ну, ты его брал. Нет, не я. Значит, я уже... Ой, я уже не помню. Сейчас секреты пропускам. Я даже сейчас не могу вспомнить, где они. Вот хреново, что нет, как в Думе, показателя, где же эти секреты все-таки. И сколько осталось, и сколько они врагов. Они есть, опять же, на этом порту почему-то они не отображаются. Слышь, она улетела, да? Да, она вниз, мы ее взорвали. Ага. А, вот. Я что-то думал, что мы ее запустим. А вниз теперь может спускаться? Да. Вот, я же лифт вызвал. Где? Лифт? Где? А, вот это что ли? Нет, ну этот вверх, наверное, будет. А, нет, вниз поднимется. Да, я уже думал, на джетпаке придется спускаться. Да нет. Но опять же, ни разу не умираю. Как-то вот, не знаю, пошло дело. Слушай, а может сложность точная та? А? Не знаю. А как проверить? Может скилл написать так же, как в Думе было? Может быть. Нет такой команды. Ну,
У меня такое ощущение, что ты расстроен, что я не умираю. И сразу, да. Что-то здесь не то. Скорее всего, скилл маленький. Сколько мы там умирали в той части? Может, это у меня скилл вырос. Ты об этом не подумал? Это ты уже тут? Ну да. Так, все. Ой, не-не, я не хотел стероиды использовать, блин. Ты у нас стероидник. Да. Но зато ты у нас быстрый. Зато я шустрый. Так, допустим. О, там, это, как их, октобрейны, осьмимошки можно их назвать, отойди. Осьмомошка. Не кричи. Тихо ты. Там просто вот еще один. Это, хочешь себе ботиночек? Так они у меня есть. Ну и у меня есть. Это жмем? А, ну давай тогда, нажимай. Если ты видишь какую-то непонятную кнопку, нажми на нее. Вот такая вот логика этой игры. Ты так орешь вообще, мне аж больно самому. Хотя их тут куча. О, кто-то помер. Твою мать. У меня кровь течет. Шо ж ты так? Ай-я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 й. Слушай, от меня лут остался. Ну, последнее оружие использовано должно было остаться. Да, дробовик. Обидно-то как обидно. Как обидно. Почему у меня такая хреновая ориентация в шутерах? Вот я не помню по памяти, куда нужно было идти. Потому что ты ее проходишь, можно сказать, вслепую. А я-то хоть более-менее играл. Ну, может, поэтому. Просто как-то вот одни и те же коридоры, вот эти вот. Вот по памяти не вспомнишь. Только вот или методом тыка, или на карту надо смотреть. Так, я, короче, к тебе. Ну, давай. Были бы какие-то чекпоинты, знаешь, там. Остановился, активировал, и в случае смерти оттуда начинаешь. Ну, или продолжаешь. Ну, есть сейвстеты, твой сейвстеты, сейвы. Сейвы, не то. Мы с тобой вдвоем будем. Ну да. Я имел в виду вот именно возрождаться. Точку респауна более позднюю какую-то. Так, ты тут... Как-то, ну... Ой-ой-ой! А, хорошо, ботиночки. Никто же нету не взял, ботиночек. Да? Нету ботиночек. Ты взял? Да. Ты же говорил, что они у тебя есть. А мне у меня есть, но ты я потом вспомнил там секрет с тремя этими. Понятно. Как их там, я уже забыл называть. Что ну, предлагаешь? Атомами. Атомы, но... Так, что я все приплыл. Бежать? Бежи. Блин. Ну могу вот так сделать. Погоди, ты знаешь, если прыгать... Вот так вот. Как скажешь. Я хотел сказать, что если прыгать, то ты вообще не получаешь повреждений, ты в курсе? То есть они не нужны, ботинки, по сути. Ты прыгаешь, так, вот. Не успеваешь получить повреждения. Ох, блин, я первый хотел. Так, сохраняться будем или тут никак в Думе? Так, нам, наверное, надо сохранять эту серию заканчивать. Это уж у нас последняя серия этого эпизода. Ну так а почему? По-моему, мы с тобой очень быстро прошли уровень. Да? Угу. Разве? Да. Ну, такой секретный небольшой уровень. Взорвали ракету, хотя я думал, что мы куда-то улетим. А это будет очень длинный уровень, очень длинный. Просто смотри, мы будем выкладывать серии раз в две недели. Чего? О, через... ой, что несу? Через день, поэтому слишком, мне кажется, короткий эпизод будет. Давай пройдем. Все-таки это окончание эпизода будет. Это будет эпично. Посмотри на себя, ты такой брутальный парень. Пойдем? Так, все, да. Давай, я хочу. Так. Да, серьезно, ты прыгаешь, ты не успеваешь получать ранений. Это так. Тихо. Трубаш там, если надо. Пока я не пойму, что мне надо. Ой, тут. Всякого много всего, да? Я не знаю, он молился здесь, что ли. Может, он там заныкался. Не такие плохие парни. Чтоб мы его не убили. Так, у меня есть ботиночки, если меня никто не уб... Ух ты, ёпры. Так, ну, маты. Пушка начал стрелять. А, пушка, подожди. Тебе нужна, если хочешь, можешь взять. Пулемет там есть. Хочешь? Пулемет, у меня 21 патрон. Возьми его. Блин, я аптечку взял. Не нам даже не. А, я тоже могу пулемет взять. Так. Ну да, тут и хорошо, хоть никак в Думе, тут, по крайней мере, некоторое оружие можно все-таки еще раз взять. Но один раз только. Так, все, я включил ботинки. А, он автоматически, да, работает? Да. Ботинок. Ну, достаточно удобно, что я могу сказать. Так, патрончики есть, вроде все и неплохо, только нужно быть аккуратным. Мне это, знаешь, что напоминает? Последние уровни в Думе втором. Вот эти вот, знаешь, по скалам когда-то там.
И главное не оступиться, кто-то по мне стреляет. Причем весьма так. Кто? Где? Это. Не знаю. Вот так, там. Ну что, по склону спускаться? А, тут видишь, тут есть различные разветвления. Так, еще вижу, кто-то тоже стреляет. Секреты помнишь какие-то? Знаешь, очень плохо, но помню, кое-что помню, но кое-что не помню. Вот по-любому здесь какой-то секрет, если ты спустишься. Ну, мне так кажется лично. На карте так оно и не видно, хотя там как будто что-то и есть. Вот иди, спускайся сюда. Может, ты вспомнишь? Ты... Где? Ну, так, ну, сейчас спускайся подожди. Вниз. По-моему, это не совсем от этого. Вон, иди туда. Ну что, да. Что, мне кажется, что что-то должно быть. Будет сейчас, это я помню, что будет. Правда, я не помню, здесь это или нет. Так, ну пока рано, да? Это нам надо сейчас подорвать кое-что, найти секретную базу пришельцев. Ага. Так, подожди, да, мы немножечко с тобой отвыкли от сюжета. Мы-то вначале с тобой и в тюрьме побывали, спаслись на субмарине. Да. А вот является ли частью сюжета вот этот вот секретный уровень? То есть ракета какое-то отношение имела вообще к происходящему, мне интересно? Ну, по-моему, нет, не имела. Ну, только вот как ты сказала, что единственное, мы только остановили транспортировку на ракете женщин. Мы там взорвали и вместе с ними. Да, кстати, как вариант. А теперь-то что? Сейчас, подожди, дай. Так, нет, жалко, нет джетпака. У тебя есть? Есть. Там же что-то есть, наверное, интересного. Где? Наверху там. Не, наверху. Нет. Ну, обратно, вот там вот, видишь? Или туда еще можно будет попасть? Сейчас, подожди, нам надо как-то забраться куда-то сюда-то. Вопрос только куда. Кстати, как тут сжутся, ты знаешь? А я думал, ты по мне стрелял кто-то. Неужели что без джетпака сюда что ли попасть нельзя? Ну смотри, у меня еще есть синий ключ, может его где-то использовать можно. Синий ключ, подожди, синий. А, да, если у тебя есть синий ключ, тогда нам значит наверх. Всё. Давай. Тут есть вот, если побежать по кислоте. Вот сюда, ага. Да. Ну другое дело. Так, какая-то тварь еще там ожила, я слышал. А там этот мозг, по-моему, был. Нет. Все. Мы тут уже рычат. Слушай, ну как-то легко стало. Я не знаю, мне кажется, что-то со сложностью не то. Да. Она может, сейчас еще пропишу difficulty. Как это пишется difficulty? Difficulty. То есть правильно, да? Да. Ну не знаю, они хотят воспринимать мои команды. Подожди. А ну погоди. Если нажать Escape, no. То ничего не пишется. Ладно. Так, я рискну. Хорошо. Здесь может быть. Ну смотри, я заметил, что реже получаешь повреждения, и такое ощущение, что враги чаще как бы промахиваются, да? Mm-hmm. Возможно, возможно, не факт. Ух ты, слышишь, что я здесь нашел? Здесь, короче, подожди. Могила давай. Чья-то. Что такое? Сейчас, подожди, Сан-Андреас, вина. Боже, давай почитаем. Сан-Андреас! Вот ошибка Сан-Андреас. Так. А не фолд, подожди, это я забыл, что такое фолд. Это ошибка. А, ну может быть еще какое-то слово. Фонд какой-то, но это не фонд. Ну смотри, мне кажется, как Гринпис какой-то. А что ты делаешь? Это ты сделал. Я наступил тут, да? Да. Я что, разрушил просто скальные породы? Так сейчас землетрясение, да. Тут вообще капец будет. Так неудобно читать, знаете ли. Короче... Да какая-то, короче, достопримечательность. Да, мне кажется, типа какой-то местности, как заповедника, да, которая длится на 800 миль через Калифорнию. Она означает превращение... Boundary, знакомое слово. А, ну, короче, вот этот вот... тектонические плиты, что ли. Между Пацифичной, тихой плитой Тихого океана, что ли? Да, и североамериканская плита. И вот это вот
Фолт опять, территория, да? А, знаменита своими большими землетрясениями. Ну вот о чем, в общем-то, только почитать подошли, да, и тут так. Будем считать, что это совпадение. Так, и тут, кстати, несколько штучек появилось от здоровья. Ну ты давай за тобой, потому что территория большая, я могу ошибиться и разбиться нафиг. Ботинки, опять гладюка и аптечка. Так. У меня еще есть очки, только нафиг они нужны, если не так-то и темно, в общем. Вообще не темно. О, атомическое здоровье вижу. Ну вот, я про это говорю. Два. Это Atomic Health называется, разве? Да не знаю, тебе лучше знать. Наверное. Я считал, это просто это атомное ядро и все. Так, блин. Я одну беру, а другой ты бери. Летает он. А, можно прыгать. Да тебя нету. О, бери тогда. Больновато, конечно, падать. Блин. Подожди, я тут еще что-то видел. Вот все, подо мной. Нет. А, не, нету подо мной, вот там, потому что я не могу ниже смотреть. Ничего нету, да? Ладно. Уже ничего нету. Кроме осьминожки больше тут. Вот такой местный аналог Академа, она получается. Так, кто-то еще рычит. Я слышу. Так, ты куда-то пошел, да? Да, вниз. Я даже вообще немножко запутался. Мы же хотели еще вернуться в то место непонятное, где огонек горел, помнишь? Ну вот, мы его подорвали. Ну там просто для пулемета, там, по-моему, секретки нету. А это что, слышишь? Пещера какая-то с лавой. Охренеть. Видел? Ой, это мы туда пойдем сейчас. Угу. Короче, через этот путь. Угу. Так, давай потихоньку. О, здесь может пригодятся очки. Ну, надо же показать, что-то такое. Похожий эффект, кстати, был в Думе. Тихо. Без ну, этого. В оригинальном Думе все-таки там не так очки работают. Ну, медоувидение похоже немножко. Ты чё летаешь? Ты в помещении, дурак. Так, ты-то понятно. Это твоя природа летать. А как он вообще может летать без крыльев? Ну хотя как демонтажная ситуация. Так, что-то патронов как-то маловато стало. Придется переходить. А я не могу разломать камеру, что ли? Да, похоже. Нет, камера, она никак не ломается. Ты уверен? Да. Сейчас, погоди, мне еще одна. Ну да. Тихо. Во, человек, который знает секреты. Давай, заходи, бери. Благодарю. Потому что сейчас иначе без аптечек нам труба с боссом будет. Босс, точно. Кардинальные отличия от Дума. Знаешь, все-таки поначалу меня впечатлил вот этот босс во втором Думе хотя бы тем, что я играл на PlayStation, ух ты, водопад. И там такого не было. Обалдеть. Вот, но все-таки это ж, ну как бы, не знаю, это даже не босс был. Это просто картинка была, которая выпускала кубики. Рун, бери там ботинки и пулемет. Так. Я решу, у тебя пулемет полный. Пулемет у меня полный. А, я тут думаю, почему у меня пулемета нету, ты его весь побрал. Не, ну я же как-то бегаю тоже по разным местам. Места здесь достаточно для нас двоих, в общем-то. Еще один пулемет. Да, давай, бери. Так, где-то осьминожка. А это пистолет. А ботинки защитят от лавы? Да. Ух ты. О, это уже. Это уже, думаю, достоинство самого Дюка, который переживает даже такое. У него ботинки Гриндерс, наверное, это. Надевает ботинки Гриндерс и там рвет всех. Так что, спускаемся? На лаву прямо? Там осьминожка, подожди. Да вижу. Все, нет осьминожки. Упс. Кстати, падаешь на лаву, не разбиваешься. Да? Ладно. Так, все, побежали тогда. А ты знаешь, куда бежать? Нет, ну я так понимаю, что нужно пользоваться возможностью. У меня уже меньше половины ботинков. Так, стой, тогда надо выбираться. И вспоминать, куда нам надо. Тут, по-моему, секрет. Вот видишь, тут есть не только понятие как секрет, есть понятие пасхалки, вот как с тем Думгаем. Слушай, дай-ка я пока залечу, посмотри, что там. А, наверху где-то? Да. Давай. Флаг тебе в руки. А ты там? Постой. Полюбуйся. Обалдеть. Это мой герой. Это человек? А, нет, как там? Это птица? Нет, это самолет.
Это Дюк Нюкем. Что скажешь интересного? Куча осьминогов. Не знаю, что с ними делать. Ну, я так думаю, убивать. Можно там приручить, попробовать. Так, по ходу дела, я так понимаю, нам сюда все-таки. А ты ко мне вернешься или? Сейчас. Так, у меня что с ботинками? Оставил меня, знаешь, посреди лавы, как Фродо там, знаешь, когда посреди одинокой горы. И ботинок почти не осталось. А, погоди, у меня нету джетпака. Нету джетпака. Тут, знаешь, что прикол? Сливаются эти осьмимошки с ландшафтом, я не могу их различить. Я думал, между пока собой нет. Сливаются. А то они там в упор, когда это подходят, только тогда увидишь. Так, и несколько аптечек. Слушай, или это все-таки необязательная зона, я смотрю. Ну, если не обязательно это тоже показать надо, если там интересное что-то. Просто не знаю. О, тут. Господи, ты что творишь? Как ты меня перепугал сейчас? Я смотрю, что-то появилась хрень какая-то, это ты тут уже. О, вот видишь, значит нам все-таки туда. Куда? Обратно? А, вот сюда. Только у меня ботинок нету. Давай, куда ты? Ты где? Стой, нету. Нет, не сюда. О! Ты прыгаешь, и ботинки не тратятся. Отлично. Слушай, вообще не пойму тогда, куда нам идти. Вот это начало, правильно? Может, выстрели сюда? Нет, это я уже что-то... Я так понимаю, смотри, что лава по свойствам такая же, как и токсины, разве что, может, больше хп снимает. А так вот представь, ты бегаешь по лаве, подпрыгиваешь, и тебе не горячо. Как тебе такая ситуация? Так. Так вот теперь начинается путаница, потому что я не помню, куда нам. Чтобы Лёша, сам Алексей Смирнов, да не помнил. Как бы не пришлось бы нам прыгать. Leap of faith. Здесь, может, и очечки пригодятся. Просто если есть такая возможность. А, вот, рука тут, все. Ух, они еще и подсвечивают, да. О, ты на руку нажал? Да. Слушай, ну блин, это капец. Бегать посреди лавы. Я все больше обожаю. Это... Что? Это, походу, дело секрет, который я очень редко находил. А каким образом он секрет? Вот второй из-за руки? Да. А я думал, Shake It Baby. Мне кажется, для нее просто бес какой-то вселился. Она танцует. Да? Ну, если ей нравится. Ну, мне кажется, или ее просто с ума свели, короче. И она, знаешь, она танцевала... Она индийская, индийка, наверное, типа того. А, типа огонь такой. Кстати, да. Странный огонь. Он больно кусается, если ты подойдешь. Мне кажется, он телепортирующий огонь. Да? Я взял, короче, атомическое, да, здоровье. Бери еще одно. А ты? Сколько у тебя? 200. Все, тогда, значит, мое это. О, все, я тебе... Что? Я что? Блин, не пердирующий огонь. А ты здоровье терял? Да. Ага. Тогда, значит, опять мы не в том направлении движемся. Значит, просто секретка? Да, просто секретка. Так. О, слышишь, ты в курсе, что ботинки, походу, включаются, даже когда ты их, ну, они у тебя не в инвентаре не выбраны? Ну да. А я нет. Так, там что-то... Не, ну сверху мы выберемся из пещеры. Блин, ну это круто! Вот насколько уникально, согласись, да, каждый уровень? Прыгаем. Да неужели придется джетпак использовать? Да нет. Нет, вряд ли. Должен быть путь. Ты что-то взорвал? Да я попробовал выстрелить туда. Он. Не вышло? Придется, наверное, слетать и посмотреть. Печаль, беда. Как-то бы, может... Как-то вот... Да, вот где-то... Ну, это выход из пещеры. Ты вылетел, да, из пещеры? Да. Вот такие вот они тектонические плиты. Им на таких условиях придется бороться с финальным боссом. Ну, первого эпизода, конечно.
ботинки 16% уже. А здесь, тем не менее, становится все жарче. У меня, слушай, вам здесь не полагается быть левел порт, типа создатель уровня. Прикол какой-то, типа. Ну да. Слушай, ну что делать-то? Сейчас, подожди. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Честно, тогда не пойму вообще. Если только еще один какой-нибудь огонь поискать. Кто-то рычит. Слышишь? Да. А кто может рычать, если мы тут всех как бы перебили, что ли? Ну тут это как бы молятся. Враги? Ты в курсе, что я пришел к месту, где враги? А, вот, блин, вот сюда нам надо. Подожди, я нашел еще место. Я ж первый сюда пришел. Все правильно, нам сюда. Вот так-то. Вот что значит давно в Duke Nukem 3D не играть. Шоу интуиция. В лучшем виде. Не, ну да, кажется, что попроще как-то, да? Ну да. Кстати, мне интересно, повторяются ли боссы, то есть в Time to Kill, который я играл, те ли же самые боссы, что и здесь. Тетя со здоровьем. У меня 151. 144. Ну, разницы нет особой. Ну, будешь атомическое брать? Бери, мне оно не надо. А, слишком брутален. Вот это огонь точно помню, телепердирующийся. Так, тихонько. Козел. Он телепортировался? Да. Здорово. Телепортировался и сдох. А, и сдох. Как бы сдох. А зачем ты нас закрыл? Не знаю. Таким голод. Не знаю. Вот могут быть здесь какие-то еще секреты? Или же все-таки нет? Вот тут вот надо как-то штучку вот эту открыть, но, по-моему, надо в вагон заходить. Слышь, а вот это должно отодвинуться дверь, нет? Да, да, да. Вот так. Ты отошел? Ты да. как в дубе будет. Понятно. Встреча была не тепла. Бери броню. Да, бронька нужна. Все остальное ты, если хочешь. Там какой-то мостик шаткий, я смотрю. Мостик не шаткий. Так, эта штучка моя. Давай сюда. Да бери. Че, давай, подсадку хочешь? Там кто-то еще с ней там находится. Патроны нужны тебе или нет? Сейчас. Надо ее запрыгнуть отсюда. Да встань нормально на меня уже. Вот так. Игра действительно была революционной для своего времени. Просто насколько большой уровень, да, получается? И пещеры, и большие площадки скальные, горные породы. Вау, 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 вау. Что делать? Да, наверное, опять возвращаться в этот огонь. Кто-то летает, или мне кажется? Да там он бегает. Нечестивые. Все, он сдох. Ты читер. Ты знаешь об этом? Тебе рассказывали? Да. Ух ты! Я сам бы догадался. Слышишь? Да. Почему ты у меня двоишься? Потому что астероиды принял. А, я хоть посмотрю, как это выглядит со стороны. А, все, эффект закончился. Ну-ка, если вот так попробуем. Ни черта. Да. Проблема. Может быть. Нет, секретов здесь нету. Ну все, что было, вроде бы так и открыл. Там да, что-то там. Ну возвращаться нет смысла, там ничего нет. Отойди, нету. Отойди. Откуда? Все, ладно. Слышь, там джетпак оказывается. Я только сейчас увидел. А что ты нажал? Тогда я вообще ни черта не пойму. Что случилось? Возвращайся. Да я тут? Вот я что, руку? А, я тут их две. Я думал, все это активируется там, потом в другом телепорте. Ну ладно, пошли. Смотри, там жарко. Например, ты знаешь вообще, как называются враги
здесь? Ну вот этот Octobrain. Octobrain, не знаю. Это босс! А нет, господи, там ж мозг обычный, я думаю, это... я просто мало помню из Duke Nukem Time to Kill, но там в книжке с прохождениями читал, там было описание боссов. И один из них — молот-привратник, вот так вот его звали. Молох, молох-привратник, вот так. Не помнишь такого? Нет. Блин. Ну я думаю, что сюжет должен в чем-то быть похожим. Там те же свинокопы, все то же самое. Хотя, если честно, мне раньше казалось, что эта игра какая-то трэшовая. Time to Kill. Так, можно слетать, в принципе. Не надо. Почему? Мы сделаем по-простому. Я успел подняться. Так. Вау, 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 вау. Ребят, полегче. Что-то страшное здесь происходит, честно. Шринкер. Что, куда мы? Мы просто что-то активировали и теперь снова в пещеру возвращаться. Нет. Или да. Не знаю. Слышь, можно квиз взорвать? Может, попробуем? Нет, он, по-моему, не взрывается. А если в эту дыру выстрелить? Я вижу там руку, но я не помню, как ее... Отойди, секунду. Какой-то, слышишь, красный взрыв какой-то непонятный появляется. А, вот. Это должно быть интересно. Так, ладно, что ты там делаешь? Кто-то двигается. Ты поднялся над всем этим? Да. А я? Все, и вот он, Шринкер, поди, заработал. Что происходит? Ты меньше стал. Ты стал меньше. У-у-у. Так, неужели мне придется использовать... Не то, ну не то же. Ё-моё, я путаюсь в кнопках. Так, все. Да, нам надо сюда назад и возвращаться. То, что мы взорвали, мы как раз идем напрямую к финишу. Слышь, что-то меня не уменьшила эта штука. А, уменьшила, и что дальше? А куда нужно, слышишь? Да. С помощью себя маленького никуда ж нельзя попасть. Не, там же дырочка есть небольшая пролезть. Где? Блин, нету. Может, руку снова нажать надо? Да нет. Нет, она стреляет же это. На полу сначала найди дырку. Лёш, или я слепой, или дырок здесь нету, вот на этой возвышенной. Или вообще внизу. Внизу, в самом. А, ё-моё, так бы и сказал. Все, побежали, ты уже там где-то? Да. О, боже мой. Ага. Он так агрессивно ручками своими. Так, все, куда мы идем? Где ты? Скажи мне, пожалуйста. Вот где все взорвалось. Я где-то... Практически... Нет, не там я, наверное. Ой, мы же вообще вернулись в то же место, откуда пришли, да? Куда ты убежал? Я только сейчас понял. Я сейчас видел, откуда стреляет эта фигня, Шринкер. Ну вот я тут. Ну, видишь? Иди, и иди тебя к ним. Ну. Пам-пам-пам. Так, окей. Я теперь просто думал, что это какое-то немножко новое место. Или все-таки... Тебе на сколько жизней? 189. Ну, ладно. Так. Ой, а вон еще один, кстати. Так, надо пользоваться возможностями, берем очочки. Вот так вот. Ну да, тут, знаешь, общая местность не подсвечивается, подсвечиваются враги. Ну это и то хорошо. Да. Так, куда идем, просто чтобы сейчас не свали. Ну вот ты правильно идешь туда. Спускаться, да? Да. Все ниже, ниже, ниже. Ниже и ниже. Так. Допустим. А дальше? Что-то ниже, должно открываться. Ниже. Да не могу я ниже, тут закрыто. Надо что-то взорвать тогда. Нет, как мне? Нет, вот здесь что. Куда ты пошел? Я что-то убил или кого-то. Ты труп разорвал на части. Да. Где ты там? Боже, мне что-то так темно, слышишь? Прям в думе. Куда ты сбежал? Да я внизу уже. Возвращайся опять сюда. А чё возвращаться? Тут же новое все. Или ты мимо меня уже проскочил? А, ты уже проскочил. Так это. Ладно. Надо не пьёшь уже это? Не. Это слишком мелко для меня. Да падай уже.
тоже мне. Давай, давай, вниже, ниже. У-у-у, все упал. Нам бы главное туда не свалиться, на самом деле. Ну да, будет попа. Не, ну может попа не будет, но наверное возвращаться. Нет, там вообще не пойдет. Слушай, мы тут, мы там не были внизу? Нет. Да лучше их, чтобы они так сложились. Ну да, да. Что, не возвратиться оттуда снизу, да? Если упадешь, то придется начинать с самого начала. Видишь, они тут еще засаду устраивают, оказывается. И в чем же была засада? Так тебе, вот я хорошо, хоть это рядом с тобой не было, а то они сзади спереди появились. Да, стало попроще. Это так. Опять где-то летает. Темнотень страшная просто. Да, нет, вроде нормально. Ну, это на самом деле у меня монитор темный сам по себе. Так, а теперь что-то будет, мне кажется, скоро. Мне кажется, или мы попадаем сейчас на корабль инопланетян? Да. Который находится прямо в глубине горы? Оригинально. Ничего не скажешь. Так, ну... На кишке, да? Фу, слушай, прям как корабль чужих, что ли. Ну и здесь сидит капитан корабля где-то, да? Ну да. Что-то он сказал, where is it? Или что он? Да, где это? А это где-то вот тут. Ага, кнопочки. Ух ты, ё-моё, а что это за дырка? Нам туда. Там темно, ты знаешь? Кстати, текстурка что ли из Дума похожа? Не знаю, не знаю. Ну красиво. Так, ладно, с богом. А-а-а. Так, и... а что же там, вон там? Может быть там секрет тоже? Ну? Там пулемет. Отлично. Там ракетница с другой стороны. Так. Ты спускаешься? Угу. Короче, я пошел. Не-не-не, иди. Сейчас дверку закроешь, и тебя там убьют. А чё меня должны убивать? Я что, совсем ослаб? Ну, по сравнению с боссом, да. Ты прям так его представляешь? Ну, жесткий парень. Ну, с богом, это всегда интересно. Тут три. А, девушки, кто-то... Всё, началось. Какая-то хрень. Куда идти? Куда ты? От... Вот там. С площадки я не могу, блин. Я вообще его не вижу, ёпарь. Дьявольская хрень какая. Он, видишь, он с пулеметом. Ну скажу, что... Всё, так, сейчас... Так, сейчас подожди, у него пулемет. Я его убил. А. Как-то мы слишком быстро. И начали с первого уровня. Первого эпизода. Да, и заставки нету. А должна была быть заставка? Ну да, по идее должна была быть заставка о том, что он отстреливает ему башку и срет ему туда в оставшийся черепок. Боже мой, ты мне такое сейчас рассказываешь? Ну да, ты его как-то слишком уж круто представил. А не-не-не-не, подожди, нет, это во втором боссе. В первом мы его убиваем, он такой, когда при последнем вздохе, он говорит, кто ты? Он такой, вот... Я дикнук ему, ублюдок, и ему вот простреливают голову из дробовика. Блин, слушай, может при монтаже добавить откуда-то? Ну, может быть, можно. Ну это же мощно, как можно пропускать сюжетные катсцены? А, вот, ну в общем-то победили, что можно сказать. А, ну, несложно он был. Да. Ты его так представил, блин, что вообще... Подумаешь, блин. Какой-то там босс. Как... Мне, я говорю, у меня такое ощущение, что это... Сложность. Что это все-таки сложность? Что ну, значит, тут... надо будет разобраться нам. Ну, начнем с следующего эпизода. Мы-то не с загрузки уже будем начинать, а с создания новой игры, как бы. Вот, ну, на этом, наверное, можно заканчивать. Получился, по-моему, достаточно длинный, но между тем интересный, насыщенный всякими моментами эпизод. И мы таки осилили первый эпизод. Ба! Все время вот такие, знаешь, тавтология получается. У нас эпизод — это серия, а эпизод как эпизод игры. Ну, в общем-то, да, насыщенная серия получилась, и первый эпизод закончен на победе над этим боссом. Не помнишь, как зовут его? Оверлорд, по-моему, так его называют. Оверлорд.
Хотя, и, хотя, может, Overlord 2. Нет, не помню, все-таки. Ну, рискну предположить, что это Overlord. Да. Большой парень с брутальным пулеметом, но мы также очень брутальны, и, конечно же, наш город может спать спокойно. Именно так выглядит и Лёшин город, и Харьков. С надписью «Голливуд» на фоне. Ладно. Голый Вуд. Голый Вуди, да. Давайте на этом остановимся. Надеюсь, что вам было интересно. Поддержите это прохождение лайками как на моем канале, так и на канале Лёши. Между прочим, он открывает много секретов, и из-за этого особенно интересно будет смотреть от его лица. Поэтому возвращайтесь в следующем эпизоде. Нас с вами ждет, друзья, еще много интересного. Всем до скорого, всем пока. Стерев со своих ботинок кровь и мозги, Дюк исследовал корабль пришельцев. Мониторы показали громадный, парящий над землей инопланетный корабль, а также десятки более мелких кораблей, разгружающих зеленые коконы. Один показался вблизи. В коконах были женщины, еще живые, прямо как те, которых Дюк уже встречал. Дюк взглянул на тусклый зеленый свет монитора и включил режим самоуничтожения. Он посмотрел на экран снова. «Никто не может красть наших цыпочек», — усмехнулся Дюк, — «и остаться при этом в живых».